Я думаю, вообще мешает нашему футболу и хоккею, и футболу, мешает наша пресса, которая очень сильно критикует российский спорт. Ну, очень сильно. Прям вот с такой лупой, жестко, негативно. Это влияет вообще, в принципе, на этот спорт. Люди перестают ходить на хоккей, на футбол. Когда хоккеисты и футболисты играют в пустых чашках, результат хороший получить очень, очень сложно. Прекратите сильно критиковать футболистов и хоккеистов и думать о том, сколько они зарабатывают. И наш спорт станет чуточку лучше, и, может быть, они более стабильно станут играть. Вообще, слово «игра» — это и есть игра. Ты можешь выиграть, можешь проиграть. Поэтому я ничего не вижу уникального в том, что иногда команды проигрывают. Может быть, они часто проигрывают. Прекратите их критиковать. Получайте удовольствие от того, как они проигрывают или выигрывают. Неважно.